Итак, добрый вечер. Сегодня у нас заключительная тренировка 31 января и 7 февраля у нас пройдет соревнование, второй чемпионат Приднестровья по... Паузу сделайте. Итак, 7 февраля в селе Малоежской пройдет чемпионат Приднестровья по армрестлингу. Взвешивание и регистрация с 10 до 11. В это время вы должны находиться там, пройти регистрацию. Дальше. Начало соревнования у нас 12:30, но нам нужно будет выполнить процедуру, такую как церемония открытия, поэтому в 12:25 все должны находиться в зале, по левую сторону зала, я раздам таблички, там каждый город будет представлен, там Адыгея, Чешнёв, Рыбинск и так далее. Звучит фанфары, марш, выходим на сцену, строимся в течение 2 минут, говорим, там у нас будет командующий парадом Конушкин Данила. Он умеет там командовать, рота почетного ПРО прошел, так что будет нам проще. То есть он докладывает главному судье и начинается там приветственные слова. И потом вы уходите опять и готовимся к соревнованию. Все как бы такая процедура должна быть. А, будет гимн в Днестрове, флаг подниматься, если будет куда поднимать. То есть понятно, весовые категории через 5 килограмм, 55, 60, 70 до 90 и потом свыше 90. 9 категорий. Призовые места награждаются по сумме на левую и на правую руку. То есть сумма очков. Первое место 25, второе 17, согласно правилам. В случае, если у вас равенство очков, то выигрывает, соответственно, вы понимаете, кто тут легче категории. Если одинаковые, то дается там еще дополнительный там, поединок, жребий тянется. Вы боретесь. А, дополнительное взвешивание случалось. И уже на взвешивании вас показывают, если кто-то легче. Если вы опять будете одинаковы, то, соответственно, будет поединок дополнительный. Построение в зале 12:20. Запоминайте, 12:20. 12:25 мы начинаем слушать фанфары. После фанфар марш. И мы выходим на сцену. Все понятно. Дальше уже процедура соревнований. Ну все, в принципе.